Привет, дорогой мой подписчик. Это все длилось, конечно, слишком долго. 8 лет я веду этот канал, и много всего было. 2 последних года я наиболее активно его веду, как раз когда случился основной прорыв в просмотрах и в подписчиках. Но то, что я вижу на последних роликах, просмотры падают, особенно на новых видео. Еще и хейтеры подливают масло в огонь. И я решил покончить с этим каналом. Это будет эксперимент. Сейчас вы узнаете, в чем он заключается. Если вы хотите развивать свой канал, то обязательно посмотрите до конца это видео, потому что вы поймете, как я хочу заставить алгоритмы YouTube работать на себя и как я собираюсь перевернуть игру полностью, чтобы, как это говорится, make views great again. В общем, ребятки, я решил завести новый канал и предлагаю вам вместе со мной поучаствовать в эксперименте по его раскрутке с нуля. Многие из вас знают, что у меня довольно известная, успешная компания, которая занимается онлайн-образованием. Мы обучаем тому, как строить личные бренды, делать правильный нетворкинг, раскручиваться в Инстаграме, в Ютубе. У меня работает порядка 35 человек в команде, и мы на рынке очень узнаваемы. При этом основные наши ученики, люди, которым мы помогаем, это эксперты в том или ином виде. Это может быть эксперт-предприниматель, эксперт на фрилансе, который работает, человек, у которого есть какие-то услуги, блогер-эксперт, который, допустим, запускает свои инфопродукты, или это эксперт по какой-то теме, который работает в найме. Больше всего мы помогаем как раз таким ребятам. И я придумал бренд, под которым мы будем делать разное обучение для экспертов. При этом эксперт — это не тот, кто на 100% знает все абсолютно в своей теме. Эксперт — это человек, у которого есть какая-то тема, увлечение или профессия, и в которой он разбирается больше, чем определенная группа людей. Что это значит? Допустим, вуз заканчиваете или закончили, вы выпускник, вы будете экспертом в том, как поступить и не вылететь из вуза для абитуриентов, для тех ребят, которые поступают. Понятно? То есть экспертом может быть, ну, фактически любой человек. Если вы занимаетесь там рукоделием и что-то шьете и показываете это в Инстаграме, то вы для очень большого количества людей являетесь экспертом, даже не будучи самым лучшим или самой лучшей в этой нише. И идея в том, чтобы на новом канале я и другие ребята из моей команды делились полезными штуками, которые нужны экспертам. Это продуктивность, маркетинг, упаковка, трафик, продажи, создание контента, блогинг. Будем новости и тренды показывать. При этом, почему бы этого не делать на этом канале? Объясняю. Так, сейчас тем, кто в ютубчике хочет разобраться, особенно полезная часть будет. Я с этого канала, с канала Максим Чернов, который мы развиваем несколько лет, хочу забрать на новый канал самых заинтересованных и активных ребят. По моей гипотезе, это, во-первых, увеличит глубину просмотра. А что такое глубина просмотра? Те, кто давно следит за моими роликами, это одна из двух главных метрик на ютубе. Первая метрика — это кликабельность обложки и названия. А вторая метрика — это сколько люди физически проводят минут за вашим контентом. Но если на первую метрику я никак не могу повлиять, ну то есть она будет одинаково, что на первом, что на втором канале, это не важно, потому что, ну, одна и та же обложка будет, неважно где она. То на вторую я могу повлиять, потому что если самые активные ребята, которым интересна тема развития, маркетинга, продуктивности, продакт-менеджмента, перейдут на новый канал, то, скорее всего, и это моя гипотеза, ребята, то есть вы, мои дорогие зрители, которые придут на новый канал, будут смотреть дольше и глубже ролики. Допустим, если у нас удержание на роликах в среднем там 6-7 минут, то на новом канале это будет 8-9 минут. Это будет уже большим скачком для YouTube-канала. Значит, это первая гипотеза. Вторая гипотеза. Канал Максим Чернов старый, поэтому здесь много мертвой аудитории. На этом канале почти 300 тысяч подписчиков. И как вы думаете, среди такого количества людей есть ли люди, которым уже неинтересны мои темы? Есть. Есть люди, которые умерли? Есть. За которыми просто закреплены аккаунты. С одной стороны. С другой стороны, ребята, вот вы, мои дорогие зрители, которые собирались на этот канал, собраны на разные тематики. Это значит, что кто-то пришел чисто на тему развития Инстаграма. У нас есть ролики, с которых пришло 20 тысяч подписчиков, 300 тысяч с одного ролика. Есть те, кто чисто на YouTube пришел. А есть те, например, старые ребята, ну, есть там, которые 4-5 лет назад, 3 года назад добавляют, которые пришли еще на другие темы. Кто-то через нетворкинг, кто-то через личный бренд, кто-то через продуктивность.
эффективность. То есть, понимаете, очень много разных людей, очень много мертвой аудитории, очень много неактивной аудитории и много ребят, которые собраны очень на узкие темы. Получается, много подписчиков и мало просмотров. Что это значит для Ютуба? Для Ютуба это не очень хороший сигнал. То есть алгоритмы могут считать упрощенно. Алгоритмы сложные, но вот упрощенно они могут считать, что что-то не то с каналом, значит, что аудитории неинтересно. И где-то, как-то алгоритм, про который, конечно же, мы не знаем на 100%, как он работает, но он с большой вероятностью где-то пессимизирует канал из-за этого. Самое главное, ребят, что просто чтобы вы понимали сейчас, это то, сколько раз вас YouTube показывает где-то. То есть самое главное — это показы. Если вы зайдете в метрику своего YouTube канала, в YouTube студию, в аналитику, то там есть показы. И вот убедите вы алгоритм Инстаграма показывать вас не 10 тысячам человек, а 100 тысячам человек показывать, то значит у вас будет много просмотров. Поэтому самое главное — это не просмотры, а показы. Короче, ребят, по сути вы участвуете со мной в эксперименте. Давайте посмотрим, насколько жирно продвинет YouTube новый канал. Это моя гипотеза. Я не знаю, что здесь произойдет на 100%. Но у меня есть подозрение, что мы с вами можем произвести революцию. Короче, на новом канале уже выложен первый ролик, из которого вы узнаете лучшие книги и YouTube каналы, которые изменили мою жизнь. То есть, с чего начать или продолжить саморазвитие. В общем, книги и каналы, которые создали меня как эксперта и предпринимателя, и блогера. Переходите сейчас по ссылке в описании и смотрите это видео. При этом, если вы хотите меня поддержать и поддержать новый канал, что нужно сделать? Ребят, сейчас три шага. Два из них важны особенно. Первый и третий. Значит, первый шаг. Нужно посмотреть ролик до конца. Ребят, это обязательно. Помните, я вам только что рассказывал про глубину просмотра. Значит, если вы посмотрите ролик до конца, то мы таким образом покажем Ютубу, типа, Ютуб, смотри, практически нулевой канал. Не практически, нулевой канал. Созданы с нуля. И тут в него залетает много крутой, активной аудитории, которая смотрит ролик до конца. Это будет просто разрыв для алгоритма. То есть это обязательно. Второе, рекомендовано. Не обязательно, но рекомендовано. Как еще поддержать? Самое простое. Лайк, подписка на канал и комментарий. Ну, это стандартно. Если вы еще комментик оставите, вообще будет супер. Ну, лайк, подписка, комментарий. Да. И третье, следующая, самая важная штука. После подписки нажать на колокольчик и выбрать там верхнюю строчку все уведомления. Поняли? Три шага. Если вы сделаете эти три шага, то мы разорвем с вами вместе алгоритмы Ютуба. И ютубчик офигеет, почему на новом канале такая активность. И по моей гипотезе сразу покажет этот ролик большому количеству людей, и таким образом мы сразу выстрелим. При этом, ребят, на старом канале я буду время от времени, вот на этом канале Максим Чернов, я буду время от времени выкладывать интервью с блогерами и с предпринимателями, с людьми, которые меня очень интересуют, с офигенными ребятами, которые, возможно, не будут набирать супер много просмотров, вот как мы с Максимом Спиридоновым сняли интервью. Человек, который построил огромную компанию, продал ее за примерно сумму от сделки, получил 2 миллиарда рублей, на ролике 3500 просмотров. Хотя он там говорит такие вещи, ну, которые, блин, в открытом доступе тяжело найти. То есть на этом канале мой план такой: я буду выкладывать офигенные интервью с ребятами крутыми, которых я нахожу по своему нетворку. Поэтому на этот канал тоже будьте подписаны. Тоже можете, кстати, поставить колокольчик, чтобы не пропускать такие штуки. Если вдруг эксперимент не зайдет, такое тоже возможно, потому что мы с вами занимаемся бизнесом, блогингом, маркетингом. Это бывает. Я думаю, что мы подождем где-то месяц, два, три, дадим новому каналу. Если он не полетит, то вернемся на этот канал. Но я уверен, что с вашей помощью мы запустим новый канал в космос. Да, ну и на этом канале я еще выложу точно пару полезных, контентных, экспериментальных роликов, чтобы забрать самых крутых, активных ребят на новый канал. Как вам такая идея? Ну, в общем, пишите, что думаете в комментариях. Переходите на новый канал, подписывайтесь, смотрите видос до конца на этом канале. И увидимся с вами уже на нем, в следующем видео. Погнали!